Президент Всемирного боксерского совета WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что чемпион WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон 29-1-1 24 к. должен. В следующем поединке сразится с временным чемпионом из Украины Александром Гвоздиком от 15-0, 12 к. но оставил себе поле для маневра. 19 мая в Торонто, Канада, Стивенсон свел в ничью бой с шведским боксером Баду Джеком. 22-1-3, 13 к. после чего обе стороны высказали заинтересованность в незамедлительном реванше. В дело вмешается менеджер украинца Югис Климас, напомнивший всем о ранее данных WBC гарантиях Гвоздику. Согласно постановлению организации, Стивенсон обязан дать украинцу бой в течение 90 дней со дня боя с Джеком. Миру мир. Репортаж от Ринша. Поединки между Стивенсоном и Джеком. Цитируем Сулеймана: «Да, Гвоздик обязательный претендент на титул Стивенсона и наш временный чемпион. Но бой Стивенсона против Джека получился очень брутальным. Мы обязаны дать чемпиону больше времени на отдых. А затем вернемся к обсуждению». Президент WBC тонко намекнул, что если Стивенсон попросит об отсрочке обязательной защитой титула ради реванша с Джеком, то в организации рассмотрят его запрос, но сперва должен быть соответствующий запрос от чемпиона. Если он будет, то мы его рассмотрим, проанализируем и примем окончательное решение. Читайте также: промоутер Стивенсон подерется и с Гвоздиком, и с Джеком. Подписывайтесь на аккаунт vrinch.com в Twitter, Facebook и ВКонтакте. В одной ленте все, что стоит знать о боксе и ММА.